Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Особое приветствие за подписчиком. И сегодня наступила сегодня. Дата такая знаменательная, да? 2 февраля 2020 года. И этот день, он будет посвящен ритуалам. Целый день. И вот здесь на столе собраны все вещи, всякие вот артефакты, которые пригодятся для ритуалов. И вот смотрите, есть зеркало двухстороннее, свечи восковые на подсвечниках и вот второе двухстороннее зеркало. Это для зеркальной магии. Вот бычье сердце лежит на блюдце. А рядом вот перец такой красный. И роза белая лежит. Молоко. Цельное молоко. Цельное молоко — это не магазинное, а то, что вот привезено по особому заказу из сельской местности. То, что вот надоено. 3 свечи. Вот это вот, вот эти цветочки такие стилизованные, они предназначены для того, чтобы сделать ритуал на здоровье. Вот на привлекательность звездочка синяя. Это вот на красоту. Вот эти красные штучки — это для сексуальности, а вот эти как торпеды блестящие такие желтые — это на омоложение. Вот тут есть вот булавки — это на удачу, на успех. Вот эти монетки для большого богатства — вот эти 10-тенговые монетки и индийские 20-тенговые монетки. Вот это тоже на привлечение большого богатства. Также есть комплект игл с большими, вернее, 2 комплекта игл с большими ушками. Ну а также тут лежит белый материал. Ну и это тоже для особого вида ритуала такая штучка. Вот это все нужно для ритуалов. Крючки. 2 комплекта крючков, да? Вот эти большие крючки — это предназначены для женщин. Для того, чтобы поймать крупную рыбу. Вернее, в виде истинной пары. То есть мужчину. Мужчина же это крупная рыба. А женщины, их нельзя назвать рыбами. Да? Их надо называть рыбочками ласково. Вот поэтому крючочки для них маленькие такие, изящненькие. Вот все это вот готово для ритуалов. И вот лежит еще лупа. Лупа, она тоже, конечно, нужна для ритуала. Но для какой, для чего — это секрет. Секрет фирмы, да. Почему? Ритуалы работают у профессионалов, то бишь у магов. Только маги могут контролировать свое сознание. Люди второй касты в принципе не могут совершить ритуал. Почему? Потому что их сознание не развито, и они не могут контролировать процесс ритуала. И вот сегодня весь день 2 февраля 2020 года будут идти разные ритуалы. Как говорил Ленин в свое время в анекдоте, оттягивая подтяжки и отпуская с хлопом. А сегодня дискотека. У нас сегодня ритуалотека. Весь день будут идти очень мощные ритуалы, которые приведут к серьезным последствиям. И вот все готово для ритуалов.
Еще раз посмотрите на все это. Восковые свечи. Бычье сердце. Роза белая. Цельное молоко. В таком молочнике 2 литра. Все готово для дня ритуалов. На этом до свидания. Желаю всем успешных ритуалов. Сегодня мощный день, когда мы используем волну, которую создали все нумерологи, маги, ведьмы и колдуны. И мы поедем на этой энергетической волне, чтобы получить результаты от своих ритуалов. На этом до свидания. До новых встреч.